Гимбокс, две штуки, плюс 60к! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зайду впервые на мои заброшенные старые аккаунты, на которых я не был 3 года! 2 года и 1 год! Это нереально эксклюзивное видео, потому что я нашел мой самый первый аккаунт в стендофе, и я не шучу! Ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал! Ну а мы переходим к первому аккаунту! Ну что же, ребятки, вот мой первый аккаунт. Айди на двоечку. Этому аккаунту реально 3 года, и я не шучу. Уже понимали? В моей футболке тоже, кстати, 3 года. Ха-ха-ха. Обратите внимание на медали. Медали тоже, ребята, максимально старые. Этим медалям тоже уже точно есть 3 года. Естественно, пас не куплен. И чтобы вы, как обычно, не писали, что Кента пока голливый постановщик. Обратите внимание, ребята, ни в 7-м, ни в 6-м, ни в 5-м, ни в 4-м, ни в 3-м, ни в 2-м, ни в каком сезоне я не прошел калибровку. Единственная калибровка, которую я прошел, это было аж в 1-м сезоне, потому что я реально на этом аккаунте не играл целых 3 года. Ну чё, ребятки, давайте перейдем прямо сейчас в клан, чтобы понимали, это мой первый аккаунт, и тогда клан Киборги был не только клан Тик-Так, это был наш общий клан, один клан на двоих, поэтому у меня до сих пор тут солидерка, хотя я уже давно создал свой клан Маслята. О, я вижу, у меня 1500 голдишки. Да ты что, иди сюда на базу. Я знаю, ради чего вы все сюда пришли, но перед этим, ребятки, хочу посмотреть моих друзей. У меня в друзьях есть разработчик Джампер! Обалдеть, как же это круто! Посмотрите, Джампер! Я с Джампером 1 000 000 лет не общался! Так, давайте посмотрим, что понимали, ребята, это очень старый аккаунт, кто еще есть? Еще есть Инсаф, разработчик, в друзьях на этом аккаунте! Я просто не верю моим глазам! Обалдеть! Ребята, вы посмотрите, какие старые айдишники у меня в друзьях! Абсолютно старые айдишники! Половина этих друзей, я уверен, даже не играет в стендов. Ну ладно, ребята, ну самое интересное, это мой инвентарь. Я на аккаунте не был 3 года, я вообще не помню, что тут есть, чего нету. Я думаю, что, скорее всего, аккаунт не супер дорогой, но погнали смотреть. И я вижу... Обалдеть, какие замечательные и прекрасные скины у меня в инвентаре. У меня даже есть Rival Classic, который сейчас стоит 700 голдишки. И знаете, что я сделаю? Я ради вас, ради подписчиков, просто возьму его и открою ради вас. Давайте легендарку. Ай, как обычно, рарка. Ребят, мораль такова: никогда не открывайте Rival Classic, если не хотите стать бомжом, как я на ПК. У меня даже есть 2 ножичка, обалдеть. Ну да, они не супер дорогие, но тем не менее, 600 голдишки это стоит 1660. Обалдеть. У меня куча скинов из Фуриас коллекции, куча скинов из Origin коллекции. Вот это все, это же Origin коллекция. У меня P350 неоны. Ого, как их много. Ничего себе. И каждый из них стоит по 65 голдишки. А я их закупал, когда они стоили там по 10 или по 8 голды. Так, окей, листаем дальше. Тут уже пошли рарочки. Ну, ребят, посмотрите, ну я не могу. Это просто что-то с чем-то. У меня так много рарок. Обалдеть, какой же у меня был бедный аккаунт. Прикиньте, я раньше играл на этом аккаунте, и я гонял понты, делал вид, что я крутой. Ничего себе, сказал я себе. Ну, вот такой вот, ребятки, у меня аккаунт. Да, это мой самый первый аккаунт. Я не шучу. Реально, самый первый аккаунт в игре. Ну что же, прямо сейчас вам скажу его финальную стоимость. Но перед этим мы, естественно, перейдем на рыночек. Хочу посмотреть, какие раньше были цены и за сколько я что покупал и продавал. Обалдеть, ребята, посмотрите, какие раньше были цены. G21S стоил 210 голдишки, сейчас он стоит 800, то есть за 3 года он подорожал в 4 раза, прикиньте. Дальше, стикер гости стоил 142 голдишки, вы чё? Сейчас он стоит косарь. А Flip Knife Dragon Glass я купил за 1500 голды. Ну, скорее всего, это мне его слили подписчики. Как же это интересно смотреть, ребята. Обратите внимание. Посмотрите, а тут мне Тик-Так слил 2 KR2 Years. Я не знаю почему, но по всей видимости мы снимали какое-то крутое видео. Обалдеть. Ну что же, прямо сейчас вам говорю финальную стоимость этого аккаунта. Итого, ребята, с учетом всех этих скинов, данный аккаунт стоит 10 тысяч
Голдишки! Дзынь! А мы, ребята, переходим на второй аккаунт, на котором я не был целых 2 года. Погнали! Вот вы часто меня спрашиваете, кентуха, пиши, помоги, пиши, помоги, где взять голдишечку? Ответ крайне прост. Конечно же, на булдропчике! Тем более, ребятки, что на булдропчике шанс подняться гораздо выше, чем в игре. Но лично я выбивал ножи за 10к. В игре я ни одного ножа за 10к не выбивал. Также, ребята, туда добавили на булдропчик новую коллекцию сундуков. И самое главное, добавили скибиди-обменник. Что можете сделать в этом скибиди-обменнике? Вы можете скибидишки обменять бесплатно на топовые скины. Также там есть булпасик, там есть куча крутых игр и так далее. Это все бесплатно. И, конечно же, ребята, сверху на башке есть 2 секретных слова. Вы их вводите и забираете свой приз. Первое на бесплатный сундучок, а второе на дополнительный процентик. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Леди и джентльмен, к вашему вниманию представляю аккаунт, на котором я не был целых 2 года. И мне очень интересно посмотреть, что же на нем есть. Потому что, если я не ошибаюсь, то этот аккаунт стоит гораздо дороже предыдущего. Ну что же, давайте вначале профану, чтобы никто не писал, что Кент, пока ты голимая Пеппа, и ты врешь. Братва, во-первых, хэштег Кент не Пеппа. А во-вторых, 7-й сезон по нулям, 6-й по нулям, 5-й по нулям. 4-й по нулям, 3-й по нулям. И только во 2-м сезоне Кент АПК апнул рейнджера. Прикиньте, я рейнджер. Я сейчас еле гол 3 апнул, а раньше был рейнджером. Обалдеть. Смотрим мой клан. У меня нету клана, но я вижу. Я вижу 10к голдишки на балике. Что? Вот это имба. Я просто не верю моим глазам. Так, окей, переходим, ребята, прямо сейчас, друзья. И у меня даже есть ютубер Сайлис. Сайлис, брат, здорово. Обалдеть, у меня Сайлис есть сразу на 2 или 3 аккаунтах. Ничего себе. Слушай, ну очень-очень крутой аккаунт. Давайте мы прямо сейчас перейдем в личные сообщения. Я перехожу в личные сообщения, и у меня всего лишь на этом аккаунте 2 сообщения, прикиньте. Это реально забытый старый аккаунт, о котором просто все забыли. Ну что же, мы, ребята, переходим и смотрим, что мне писали. А ну-ка. Привет, КентПК, я твой фан. Ты меня не заметишь, но знай, ты лучший. А вот и заметил. Ну да, правда, спустя год, ну я тебя заметил. Здорово, братанчик! Лучший! Дальше еще какой-то чел с ником Профи в стендов 2. Привет, я знаю, что ты мне ответишь, но ты лучший ютубер по стендофу. Давайте напишу ему просто «ты топ». Как же мне приятно читать такие сообщения от вас, моих любимых подписчиков. Ну че, ребятки, переходим в инвентарь! Я уже вижу 3 райвел кастика. На секундочку, это плюс 2к сходу. Дальше вижу кучу рейнбоу скирпаков. Ну как кучу? 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Но вот теперь самое интересное. М9БН это ансиент. А сколько он стоит? 5700. А КРТХ 6к. Я не верю моим глазам, ребята. Вот это навалило. Вот это все, что я вижу, это уже плюс 15к голдишки сходу. Ничего себе, куча М4 Найтволфу. Слушай, а можем мы еще скрафтим? Давайте ради подписчиков, ради контента, я прямо сейчас их скрафчу. Я понимаю, это максимально минусовая и невыгодная тема. Ну, ради вас, ради контента, ребята, прожмите лайкусик. 3, 2, 1, let's go, let's get it, погнали! Ах, Эрдрэнста трек, вот это имбирь. Ха-ха-ха. Не, ну, ребят, ну это просто что-то нереальное, обалдеть. Ну, получается, у меня еще плюс 2к, ха-ха-ха. Так, окей, листаем дальше. Самое интересное, что это все новые скины. То есть мы еще не дошли до тех скинов, которые есть в моем инвентаре. Дальше пошли комоночки, но тут, в принципе, ничего интересного я не вижу. Все максимально по дефолтику. Это какая коллекция у нас? Это у нас Rival коллекция. О, обалдеть. Слушай, я могу их продать и хорошо заработать. Листаем дальше. G2S2 Inferno. Ох, ребят, я помню эти G2S2 Inferno. Я раньше их обожал крафтить. Вот помню, когда я только создал мой YouTube канал, у меня видео, вот видео было, которое набрало там 1 миллион просмотров, называлось Мегакрафт. Я в этом Мегакрафте крафтил G2S2 Inferno. Просто представьте, чтобы я сейчас это крафтил. Вы сейчас написали, что агент пока кринжевик. Так, окей, листаем до... О, май фуриус классики! А сколько они стоят? По 1250! И у меня их целых 1, 2, 3, 4, 5 штук! Обалдеть, я богат! Я-то думал, я нищий! И еще у меня есть Rival классики. Не, ребята, я же все понимаю, а сколько у меня их штук? Что? 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 Я просто богат! Давайте мы прямо сейчас посчитаем, сколько у меня их всего. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 165, 170, 175,
180, 185, 190, 195, 200. 243 штуки. 243 штуки! А теперь 243 мы умножаем на 700. Вот прямо сейчас, ребята, сколько у меня будут голдишки, если я все это продам? 243 умножая на 700 равно 170 косарей! Да! Я богат! Я не верю моим глазам. Вот это аккаунт, вот это имба! Не, ребят, просто за это лайк прожмите. Так, идемте дальше. Что еще интересное мы сможем найти на этом аккаунте? Хеллпак и чармпак? Оу, май! Вот это имба нереальная! Обалдеть, просто обалдеть. Также у меня почему-то очень много Rainbow Sticker паков. Я не знаю, зачем они мне все, но у меня их тоже тут, наверное, штук 150-200. Дальше, что у нас идет? Так, Air Dragon. У меня два Air Dragon. Один из них статрек, второй не статрек. Дальше дробаш, некромансер. Статрек, который стоит 500 голдишки. Слушайте, надо будет парочку скинов перебросить на мой основной аккаунт. Даже М16 винджет есть. И даже не один, а целых две штуки. Обалдеть, не встать, ребят. Ну как мой инвентарь-то, а? Шишечка привстала. Не знаю, как у вас, но у меня-то привстала. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас вам скажу финальную стоимость этого аккаунта. И внимание, данный аккаунт по моим подсчетам стоит 310 тысяч голдишки! Я богат! Я не верю моим глазам. Но знаете, что самое-самое главное? Что, ребята, это не финальный аккаунт. Прямо сейчас мы переходим на аккаунт, которым я не был всего лишь один год. И я вам скажу честно, там будет полный разнос! Ну а прямо сейчас лучше присядьте, если вы стоите, потому что я уже вот так краем глазка просмотрел этот аккаунт. И я скажу честно, мне ж плохо стало. Я на этом аккаунте не был всего лишь один год. Давайте я вам покажу статистику, ребят. Ну я же не вру. Ну реально, год не был. Вот. В четвертом сезоне у меня есть рейнджер. Все по-честному, без обмана у начальничка Сулеймана. Так, ребят, переходим в клан. Я лидер клана Грибобасы. Чего? Ха-ха-ха! Вот это гар! А чё такой клан-то создал? Ладно, все, ребятки, давайте им дальше. В друзья. О, у меня в друзьях есть даже Глорик, есть Калашик, куча крутых ютуберов. Вот Калашик. Так, ну, я знаю, что вы все сюда пришли ради одного. Это инвентарь. Поэтому, ребята, 3, 2, 1, поехали! Ой, не туда нажал. Поехали! Я не верю! Я богат! Раз, два, три, четыре, пять, шесть хеллпаков! Шесть хеллпаков! Мама дорогая, это сходу, ребята, 6 на 8, сколько? 48! Просто, я еще ничего не смотрел, у меня уже 50к стоит аккаунт. Уже 50к! Дальше, АВМ и генезисы. А зачем мне целых 5 авиков генезисов? Я не знаю, но однозначно хэштег имбулечка. Вау, ребята, вот это аккаунт, вот это скины, куча М4 самураев, куча кэрдрэгонов. Я не знаю, зачем мне все это, куча М4-1 баблгамов. Это все, ребята, удаленные коллекции. И прикиньте, это все стоит очень много денег. Вот это все, это прям нереально много денег. П-90 самураи, это тоже скорпион коллекции. Обалдеть, ребята! Вы хоть понимаете, что это означает? Вот я те аккаунты не считал, но именно этот аккаунт я хочу посчитать. Смотри, 50-ка. Плюс авики генезисы, это еще плюс 10к где-то. 60-ка. Плюс вот эти вот все скины, но это плюс 20-ка железобетона. 80к. Дальше 5-7 виномы. Ну давайте за все эти 5-7 виномы еще возьмем 10к. Вот, и плюс P354 спириты. 90к. Дальше пошли дробаши, некромансеры из Фуриус коллекции. Не, ну вот это все, что я вижу, это плюс еще 10к. Это уже 100к. Это уже 100к. И самое интересное, то что это все новые скины. Так, окей, листаем. АКР некромансеры! Оу, май, какие же тут крутые наклейки! Ну давайте АКР некромансерам по 7 лечи еще плюс 10к. Уже 110к! 110к, вдумайтесь в это. Дальше тег 9 фейблы, ну давайте еще плюс 5к за вот эти все скины. 115к, то есть вот это все стоит 115к. Аля, посмотрите на эти наклеечки. Не, ну ребят, в наклеечке хэштег не погано. Хэштег пойдет. USP хамелеончик, да ты шо, моя ты прелесть. Что?
100 гивбокс, 2 штуки плюс 60к. То есть было 115 плюс 60, 175 косарей. А может мы с вами один-то приоткроем гивбоксик? Обалдеть, я всего лишь один год не был, и я уже миллионер за год, я разбогател. Обалдеть. Дальше чарми интерфаны плюс 600 голдишки. Но мы такую перхоть даже не считаем. Обалдеть. Дальше у нас идет куча ножей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, уже 200к. Уже 200к. Данный аккаунт уже стоит 200к. Вот это тут скины. И самое крутое, что все скины старые. То есть со временем все эти скины очень сильно подорожают. Обалдеть, это очень крутой дорогой аккаунт. Ребят, стоимость этого аккаунта... Монтажер, продублируй на экране, а то я забыл. Я хочу перейти прямо сейчас на рынок и посмотреть, а что там интересненько-то припрятано. Я зашел в историю продаж, я не понимаю почему. Я по 40 голдишки продавал стикеры пицца. Я не знаю, зачем я это делал, но посмотрите, как много штук их продал. По 40 голдишки. Продал, наверное, штук 200, посмотрите, вот как быстро. Видите, штук 200 продал, а то и 300. Обалдеть. А сколько они стоят прямо сейчас, давайте посмотрим. По 132 голдишки, нет, зачем? Я не это сделал. Верните меня на один год назад. Мама дорогая. Я не могу на это смотреть без слез. Посмотрите, я тут продал штук, наверное, 300, то есть 400. Так, давайте посмотрим. А тут я слил USP Genesis, EVM Sport V2 и Charm Black Spot Tic-Taku за 0.03? Что за 0.03 Tic-Taku? Я вообще в своем уме? Я что делаю? Наверное, мы с ним снимали какое-то видео. Я перекинул вначале на его аккаунт, а потом, наверное, перекинул на мой аккаунт. Наверное. Я так думаю. Я не помню, что было. Обалдеть, ребят. Вы посмотрите на все эти замечательные скины. Глорик, Глорик, брат, здорово. Но тут, ребята, как мы видим, я продал нож бабочку за 1600 голды, а сейчас она стоит 2150. Ну, как обычно, минус 500 голдишки. Обалдеть, ребята, как же это круто. Вы просто посмотрите на все это. Все, все, история продаж, к сожалению, у меня закончилась. Обалдеть, давайте посмотрим историю покупок. Ну, а вот она, ребятки, история покупок. Прошло чуть больше 2 года, я купил его Спорт 2.03. А, я его вначале купил, а потом, наверное, продал. Все, понял. Все стало понятно. Что? Я по 1100 голдишки покупал? Я не понимаю, что произошло, ребята! Я покупал эти стикеры по 1100 голдишки, а потом я продавал по 40. Что за дичь? Что за дичь? Я теперь по 1000 покупал. Ребят, напишите в комментариях, кто понимает, что происходило с моим аккаунтом. Обалдеть. По 1000 голдишки покупал, чтобы потом продать за 40. Я вообще сумасшедший или как? Ну что же, я думаю, на этом надо заканчивать, а то мне уже плохо стало, я не буду на это смотреть без слез. Прямо сейчас, ребятки, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий и, самое главное, подпишитесь на мой твич, сегодня там стрим, и на мой ТГ-канал. За подписку дарю 5000 голдишки. Все нужные ссылочки в описании, всем удачи, всем пока-пока.